Стихотворение про березу называется «Лесная невеста». Однажды, гуляя по лесу, я увидел березы очень красивой, такой незабываемой красоты. Был очень впечатлен этими деревьями, и у меня возникло такое четверостишье. Это было 24 октября 1985 года, когда еще учился в Томском политехническом институте. И вот такие стихи. «Как ты прекрасна, милая березка! Стройна, величава, проста! Как мило смотрятся твои сережки! Как нарядна твоя береста!» И действительно, эта березка выглядела как невеста, или как много невест, да, потому что очень много деревьев было, конечно. Ну вот, меня так это впечатлило очень и затронуло до глубины души. И я раньше всегда любил тоже читать Есенина, и, может быть, под этим впечатлением тоже и про берез писал, и про лес, и вот про крестьянскую жизнь. И меня это тоже всегда, в общем-то, так вдохновляло, да, такая вот природа русская.